Где направо, направо, на правые пути. На правые пути, на правые, на правые. Видишь, хотел сбежать. Хотел сбежать, говорит Тарасик. Вот опять, что так и сбежал? О, Степа. Степан, мир тебе. Ты как у нас тут очистился? Да, выйду. Извините. Простите. Давай. Пожалуйста. Мир тебе. Работай. А что, где ты будешь работать? В школе. А, в школе? Ага. А у них каникулы заканчиваются. Степа расскажет по Тереевской новости. Готовился, Степа. Как праздники прошли? Расскажешь, Степа? Не знаю, мальчик. Как горка у вас там? Машину сейчас нельзя. Замерзла. Не знаю, за что. Я забуду. Крестное знамя на машине. Вот воздух так машет и достает. И хранит это вон там. Это простое дело. Куда если поставить? Ну все, тут начнут лазить. Вот это точно. Германия. Заходим. Где? Слово Божие будем изучать. Слушать. Евангельское чтение. На сей, на какой сей? Да. Увидишь там с детьми, когда замечают. Ты что, загнули все? Я эти, да? Или ты передал их? Первый там. Очки. Сергей же был, да? Да. Глаза там. Открывай вообще. На машине сейчас ты куда идти? В машине сейчас будет исключать. Конечно, я в чем. Хорошо было, когда у нас так будет. Там бы уже все было. Тепло. 2, 13, 23. А что со мной? Я что, прокаженный, что ли? Садитесь. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияние свет разума, в небо звездам служащий, звездой учахуся, тебе кланяйтесь, солнце правды, и тебе видите со святым востоком, Господи, слава Тебе! Господи, благослови наше собрание, прибудь с нами в этот воскресный день. Сохрани нас от распри, от ненужных споров. Дай нам единомыслие, единодушие по Слову Твоему. Тебе же славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 2 глава, 13 стиха. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань! Возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Толкование. Вот для чего Бог попустил деве быть обрученную. Здесь видно, что это сделал Бог, дабы Иосиф внимательно заботился о ней. Бежит Господь, дабы уверовали, что Он и истинный человек. Ибо если бы Он, попавший в руки Ирода, не был убит, то подумали бы, что Он воплотился призрачно. Бежит во Египет, дабы осветить и его. Особенно два места были гнездом всякого нечестия – Вавилон и Египет,
Итак, от Вавилона он принял поклонение через волхвов, а Египет осветил собственным присутствием. Будь там до тех пор, пока не получишь повеление от Бога. И мы ничего не должны делать без воли Божией. Заметь безумие человека, желающего взять верх над волею Божию. Ибо если родившийся не от Бога, то чего боится? Если же от Бога, то как может погубить его? От Матфея 2:14-15. Он встал, взял младенца и матерь его, и ночью пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Толкование. Иудеи говорят, что это сказано было о народе, изведенном из Египта Моисеем. Отвечаем. О народе это сказано прообразовательно, а истина исполнилась на Христе. При том же, кто есть Сын Божий? Уже ли народ, поклонявшийся идолу Ваалфигору и истуканам? Или истинный Сын Божий, творивший чудеса? Матфея 2:16. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Толкование. Как фараону Бог посмеялся через Моисея, так Ироду посмеялся через волхвов, так как оба они, и Ирод, и фараон, были детоубийцы. Фараон, потому что убивал в Египте еврейских детей мужеского пола, а Ирод, потому что избил детей вифлеемских. Разгневался на волхвов за то, что презрели его и не возвестили ему о родившемся царе, которого он хотел открыть и умертвить. Посему и велел избить всех младенцев, дабы вместе с ними убить и помазанного с большой буквы Христа. Для чего же попущено избиение младенцев? Для того, чтобы обнаружилась злоба Ирода. Притом младенцы не погибли, но сподобились великих даров. Ибо всякий, терпящий здесь зло, терпит или для оставления грехов, или для умножения венцов. Так и сии дети больше увенчаны будут. Матфея 2:17-18. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Толкование. Дабы кто не подумал, что избиение младенцев случилось без воли Бога, показывает, что он знал это наперед и предсказал. Рама занимала возвышенное место в Палестине, как и самое название ее означает «высокое», и досталось в удел колену Вениаминову. Вениамин же был сын Рахили, а Рахиль погребена в Вифлееме. Пророк называет Вифлеем Рахилью, потому что она погребена была в нем. Плач и рыдания были слышны в раме, то есть на высоте, говорит далее пророк. Рахиль, то есть Вифлеем. Матфея 2:19-20. По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань! Возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Толкование. Горькую кончину имел Ирод. Он изверг свою нечестивую душу, быв поражен горячкою, болью в животе, водяною в ногах, гниением тайного члена, порождавшим червей, одышкою, теснением тела и судорогами.
не говорит: беги, но иди, потому что страха уже не было. Матфея 2, 21-23. Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти. Но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские, и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Толкование. Ирод оставил трех сыновей: Филиппа, Антипа и Архилая. Архилая назначил царем, а прочих тетрархами, четверовластниками. Иосиф убоялся идти в землю Архилая, то есть в Иудею, потому что и Архилай подобен был отцу своему. Галилея была земля не израильская, а языческая, посему иудеи смотрели на ее жителей с омерзением. Также Лука говорит, что Господь пришел в Назарет спустя... Как же Лука говорит, что Господь пришел в Назарет спустя 40 дней по рождению, то есть после того, как принят был Симеоном. А Матфей здесь говорит, что он пришел в Назарет по возвращении из Египта, зная, что Лука сказал о том, о чем умолчал Матфей. Лука говорит, что Господь, проведший по рождении своем 40 дней, пришел в Назарет. А Матфей повествует о том, что было между сим временем, то есть Господь бежал в Египет и потом из Египта возвратился в Назарет. Итак, они не противоречат друг другу. Лука говорит о прибытии в Назарет из Вифлеема, а Матфей о возвращении в Назарет из Египта. Он Назареем наречется. Какой пророк говорил о сем? Этого не находим ныне, ибо по нерадению евреев и по причине частых пленений много пророческих книг погибло. Впрочем, может быть, это пророчество известно было иудеям и по преданию. Назарей значит освященный, поскольку же Христос свят, то прилично назывался и Назареем, ибо святым Израилевым Господь называется у многих пророков. Господу нашему слава во веки веков. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Христу. Татьяна Кузьминична, о болящих. Скажите слово. Ой, ну Александра Михайловна заболела сильно, она болеет. Раиса тоже. Раиса вот. Раиса Николаевна? Перед отъездом тоже позвонила, дочь говорит, что-то опять не занимала. Значит, так много нету у нас. Дроботов нету. Дроботов нету, что с ними? Никто не разбудил. Написала, больше ничего нету там. Написала Ина по 7 утра, мне пришла смс-ка, что из-за холода они не смогли уехать. В 7 утра. Не знаю. Я написала вопрос, говорю, что автобусы не ходят, она мне не ответила. Она крученая, это Инафа. Ну так вот. Называется. Что из-за холода они не приедут. Они не проснулись. Если в 7, то уже проснулись, если смс-ку прислала. Ну, она прислала и опять легла спать. Это четко все. Даже уже не стали ни в какой храм ходить. Так, еще что у нас? Любовь Петровна, как себя чувствует? Ну, она ничего, она нормально. В храм-то она ходит? Ну, она туда. Никольский? Я на неделе разговаривала с Любовью Петровной, поздравили друг друга. Бодрый у нее такой голос, на болезни она не жаловалась. Мария Яковлевна. Сказала, что Мария не разговаривала. Кто с Марией Яковлевной? Позвонил? Мне ничего, она тут это ухо поковыряла, вот тоже для всех. Ничем нельзя туда в ухо никак. Она ватку нечаянно, и пришлось в больницу, и сидели, ждали долго, вот на празднике. Ну все, вынули, ватка, там одна минутка. Ватка в ухе осталась. Да, да, нельзя ее. Ну, вообще ничем нельзя в ухо. Да, врачи не рекомендуют. На этих палочках написано, что нельзя нигде ковырять. Я ей сказала. А сейчас нельзя, потому что вот туда все. Теперь запомнит. Можно еще? Да. Значит, Татьяна... Татьяна Павловна из Тогула.
всех поздравляет с Рождеством Христовым, благодарит за молитвы. И Юрий Соболев из Красноярска тоже вместе там с Антоном, как своим свояком. Они на сестрах женаты, и все верующие, и дети у них тоже. Всех вводят в воскресную школу, тоже благодарят за молитвы, кто знает. Молитесь, Юрий, Антон. Спаси Христос за молитвы от Алевтины Шанчелеевны. Мы за тестя моего, за Виктора, кто молится. Прошу продолжение молитв, чтобы Господь не то, чтобы он воздвиг его от одра болезни настолько, как это мы говорим, здравия желаем друг другу. А чтобы уже как бы вот, ну, если угодно Господу, чтобы он пришел в разум истины и чтобы покаялся перед смертью. Вот это самое главное. Такое состояние временами, ну, в общем, в целом динамика положительная, хотя временами бывает такая ситуация, приходишь, смотришь, как овощ лежит просто и все. А нет, еще в больнице, да, там ситуация такая, что в нейрохирургии он готов взять его, как он числится за отделение нейрохирургии, поскольку нейротравма черепно-мозговая. Но, говорит, он будет лежать и все. То есть лечения практически уже никакого нету. Там нужно восстанавливать, реабилитация нужна, заниматься нужно. Головной мозг – это так же, как мышца. Ее, если не тренируешь, говорят мне, ой, у меня памяти нету. Ее тренировать нужно и каждый день, и долго, и мучительно, больно. Мышцу, когда тренируешь, тогда она растет и увеличивается. Так и память можно тренировать в любом возрасте. Поэтому, если не заниматься, вот если челюсти вставные есть, да, если недели 2-3 он в таком положении, ему не вставлять эти челюсти, он просто их не сумеет просто дальше пользоваться ими дальше. Элементарно. Все навыки быстро исчезают. Поэтому вот встает вопрос. В отделение острого нарушения мозгового кровообращения перевести не можем, потому что он не профильный туда. С Нашмедом пока порешали вопрос, обещал. Но вот опять зависит на праздники до понедельника. Я думаю, что в понедельник мы его, наверное, будем забирать и будем уже сами заниматься. Тут нам неделю вот надо как-то перекантоваться. С 20 числа у меня отпуск, буду заниматься им уже я. Потому что там два ребенка, и это третий тоже ребенок получается. Но у Евгении Пантелеевны ситуация такая. Мне убрали эту трубку, которая как бы не очень на месте стояла и мешала больше, чем помогала, но тем не менее. Тем не менее, значит, там еще сложнее воспаление раны, и она никак не адаптируется к новому состоянию. Там несколько раз сделали бронхоскопию, то есть это вот в бронхи, в трахею вводится лампочка, с помощью которой там осматривается состояние слизистой просвета трахеи и бронхов, и чистится все это. Поэтому вот она еще это все это. Там раны есть, да? Ну да, там как бы вот по ходу этой процедуры еще изъявления были, раны там на слизистых. Но постепенно она как бы учится дышать самостоятельно. Голос потихоньку восстанавливается. Надеемся, что он восстановится. Шепотная речь у нее есть, но там дальше видно будет. Это все было, конечно, связано с самим заболеванием. Это аутоиммунный процесс в щитовидной железе. От щитовидной железы там осталось, что называется, ничего. Совсем мало, да, совсем ничего. Хотя она была увеличена в размерах настолько, что она сдавливала трахею уже и сдавливала нервы, которые иннервируют вот гортань. Поэтому дыхание сразу после наркоза не восстановилось как нужно. И сейчас пока в отношении голоса тоже эта вот проблема остается. Ну, много она пережила и много еще предстоит ей, так что молитесь за рабу Алевтину, чтобы дал Господь ей силы перенести это испытание без ропота, уныния и отчаяния, тем более. Можно еще? Да. Мне письмо пришло из Испании, значит, и имя такое у него, сейчас, Калиников, кому ездил, помните? Имя. Вот, Игнатий Ильич знает. Игнатий Ильич, Калиников, кому ездил? Регис. Регин, я его как-то все... Регис. И он прислал мне живое письмо. Ну, то есть, там, начитал мне, из Испании мне прислал. Как оно прислалось? Через кого-то, короче говоря, пришло.
Но я прослушал. Длинное такое письмо. Он хорошо. Он говорит, я сейчас напишу, а потом буду читать. Говорит, прости за мой русский, но читает он хорошо. Но чувствуется, что он медленно, но ясные слова, понятные. Он очень сильно переживает за детей дроботов. Ну и понятно, что не переживать. Отца, считай, нету у них. Сейчас немножко расскажу. А матери нету. Она на небесах. Все, короче, в наши руки отдала. В руки Божьи, говорится. А тут община такая. Она знает силы общины. Ну, силы Божьи мы иногда не понимаем, какие они. Они безграничны, конечно. Но когда люди здесь рядом, посмотришь им в глаза, вроде кажется, ну вот они здесь. И пока ты живой, ты понимаешь. А когда тебя нету, и поэтому Господь через пророков говорит, что лучше живой пес, нежели дохлый лев. Понимаете? В этом плане именно говорится все. И вот этого самого льва-то сейчас живого, им там не хватает, этим детям. И вот этот Ригис, он написал и просит у меня как бы совета, с одной стороны, и сам советует. И говорит о том, очень много рассказывает, как... Ну, почему-то он ко мне обратился, потому что я, как ему показалось, очень жестко на детей там надавил, потому что, может быть, и не так надо там. То, что они вот играют в игрушки, в гаджетах своих этих. Он сам занимается, я так понял, именно через компьютер, имеет деньги. То есть у него вот Калинников работал, зарабатывал 1000 евро в месяц он зарабатывал. Ну, живыми 1000. И он там поработал 2 месяца, ему надо было 3000 отработать. Он 2 отработал, а 1000 не отработал, потому что докопался до этого Ригиса, что он алкоголик, вино там пьет. И, ну, как Сергей Павлович докопается до любого, у кого есть жена. И получается... Не жена, а прелюбодейка. У него все, у тебя все прелюбодейки. Без разницы, да, все. Ты просто еще сам себя не знаешь. И значит, ты со мной лучше не спорь, ты потом это все расскажи. Иначе получается так, что он говорит, что компьютер-то это полезная вещь. Да кто говорит, что она не полезная-то? И он говорит, может быть, ответить мне как-то через что-то, вот я как бы сейчас отвечаю. Конечно, полезная, о чем речь идет. Но он там говорит, что мне этот компьютер так сильно помог, что сейчас я как бы человек. Ну, то есть сам себя обихаживает и так далее, еще имеет там кому-то отдать, чтобы уделить нуждающимся. Вот так вот. Но я вижу, так понимаю, что он как православный или хочет быть православным, даже такое, то, что не то, что он даже католик. Но дело-то еще и не в этом, а в том, что он говорит, давайте им купим компьютеры каждому. И эти компьютеры их как раз, наверное, скорее всего, заставят быть, ну, то есть они будут в компьютерах заниматься тем, чем надо, для того, чтобы потом пойти дальше. Не надо. Вот я ему отвечаю, шиш с маслом, а не компьютеры этим. Да, да. Кино будет смотреть, и все. Станислав Юрьевич Зеленский, там с ними очень сильно. Ваню он полностью содержит, оплачивает ему все и так далее, там, если надо, даже до одежды вплоть, то есть все это он оплачивает. И каждый день он с ним занимается Словом Божьим по трехтомнику. Они сейчас читают там, где-то уже заканчивают Евангелие и так далее. И Нестора захватывает тоже. Значит, Ефросиний, он никак не может пересечься, потому что Ефросиния, она не заходит в тот момент, когда Нестор с ним разговаривает по этому гаджету, по его, ну, занятия эти у них идут. Игорь, почему она не заходит? Она не заходит куда? Она что в ее такое? Дома нету? Нет, нет, где? Она дома она... есть, но она не заходит. Она сама занимается там, ну, не занимается, она сама там сидит в этом своем гаджете. Вот. То есть она не подходит. Она не подходит, да, она не подходит. Не подходит. Если она подойдет, она подойдет и уйдет. Вот. То есть, как бы они вот так, исполнение такое. Ты им скажешь, они как бы раз, нехотя, как слон подошел. Ну, слон большой у него, что ты ему сделаешь? И повернулся, и дальше куда захотел, ушел. Енафа это, ну я не побоюсь этого слова, это ходячая ложь. Изворотливость, это змея. Это не уши, это настоящая змеюга. Она крутится, как блоха на веретене. И даже уже это, Иван там сам, этот Станислав Юрьевич говорит, уже говорит, Енафа говорит, опять крутится. Разговаривает, говорит, с Игорем Владимировичем, говорит, опять говорит, крутится, изворачивается. А я ее спрашиваю, а позвонил он и говорит, я говорю, уже не могу. Они все, вот сколько их сейчас они там есть, они лежат по 4 полкам, там договорились, что сестры им готовят, а эти будут топить печи, там, обихаживать дом, чистить там и так далее. Но эти вроде бы, это братья там еще что-то делают, но печь там топят, выходят чистить. А эти 2 лежат.
И долежались уже там, сколько там было время-то уже, за обед, наверное, часа три. Он звонит мне и говорит, я, говорит, тобой их сейчас пугаю, они не боятся нисколько меня. Меня вообще никто не боится, так сразу. Поэтому мной даже пугать не надо. Я что сделаю-то? Ну, сурово поговорю, и что дальше? Игнат Тихонович не может повлиять, а я как повлияю? Господь не может повлиять. Что, они не боятся его нисколько? Потому что они ничего не читают, никто ничего не знает. Сейчас еще про это тоже скажу, коротко. И значит, получается, я звоню ей и говорю, ну, буквально минут 10. Я говорю, так, Еня, сейчас же вставайте и начинайте готовить. Мы уже все приготовили. Я говорю, ничего ты какая шустрая, и что ты нам приготовила? Я ребят послала за пельменями в магазин. Молодец, да, приготовление пищи у них. В честь праздников мы будем пельмени теперь есть. Все, вышли из положения все. И все вместе дружно там, и эти тоже, поклонились. Кому только непонятно. Я говорю, у вас там всего столько много. Зачем вы тратите деньги? А мы кашу не хотим. Вы кашу не хотите. Я звоню, отец рядом. Отец такой, а кто там кашу не любит? Я говорю, да вот Еня, который у нас живет. Он такой аж с головой покачал. Отец у меня, значит, уже 81-й год. Кашу ест спокойно, причем просит даже, безо всего, просто кашки поесть, гречневый там, любой. Это уже эти, молодежь, у них там этого всего полно, этой гречки, всего. Макарон, они этого не хотят, ей не это есть не будет, ей жареных цыплят подавай, перепелов, ананасы, рябчиков жуй. Скоро день твой последний придет. То есть вот, так, вот такие, они там, и они, вот Еня, это у них главный гнойник, это прокаженная. Она только попадает туда, все там, все разваливается. И Станислав Юрьевич сказал, я прошу тебя на собрании, расскажи все вот это вот. Мы с ним переговорили, что сказать. Я, говорит, еще, говорит, наверное, запишу видео и пришлю туда Володе на это поставлю, чтобы каждый знал, что это за дети. Отец это у них, это отец это как бы труп, это как Ленин в мавзолее. Все. И вокруг него ходят коммунисты, Сергей Павлович, вот, ну все такие, которые ничего не соображают, бестолковые. Ходят, нюхают этот запах, а они трупы сами уже разлагаются, понимаете? Вот как действует этот коммунизм. Вот этот. Вообще мавзолея не было ни разу. Надо съездить. Ты не было, да, нюхаешь этого ленинскую заразу, этот коммунизм. Сколько начитал, и толку никакого нету. Так ничего. Подождите, стоп, ничего не надо. Потом будете говорить, при чем здесь я-то? Я вам передаю, что вот. Потому что Станислав Юрьевич, он прям с Ваней, он его своим сыном считает. Я говорю, не приведи, Господи, таких сыновей-то, не дай Бог. Он говорит, нет, он хороший. Он верит в них. Он говорит, я верю в них. Я прошу вас, верьте в этих детей. Верьте в них прям, что они молодцы такие будут. Но без мамы они вообще никто, никакие. И они все врут. И вот у нас дети все, они все врут. Почему? Он, у меня, как бы, мы сейчас не стал ни сего, но я стал как бы поручителем, я решил ближе познакомиться со своим поручаемым. Это вот брат Евгений у нас, будущий наш брат во Христе. И мы с ним занятия ведем. И тут подключилась еще одна душа, которая тоже хочет креститься. Молодая девушка, она тут недалеко. И она пришла. И столько много мне открылось, у меня прям как будто лампочка передо мной включилась. Я не понимал наших детей-то, вообще не понимаю. Ну, что это такие? Думаю, бестолковые или еще что? Нет. Нет. Она-то не росла, у нее лицемерия-то нету нисколько у девчонки. И она прямо мне говорит, я не понимаю. Я вот это объясняю. Она говорит, я не понимаю. Это объясняю, я не понимаю. И до меня тогда дошло. Да они же ничегошеньки не понимают. Они даже слово Евангелие не понимают. Понимаете, она мне говорит, объясни мне слово Евангелие. Я начинаю ей объяснять просто. И просто говорю, ну, это, говорю, добрая, прекрасная такая для тебя новость. Добрая. Спокойно, дети. Новость такая, это новость, это новость, новое, это нечто новое. Благая весть, это весть, это новое что-то принесли. Но она такая добрая, такая прекрасная для тебя. Я спрашиваю, что для тебя самое прекрасное? Она сидит, вижу по глазам, что у нее там есть такое. Но есть? Есть. Я, ну и не скажу тебе. Я говорю, это грех? Она, нет, это не грех. А она откуда знает, грех или не грех-то? А не говорит. Раз не говорит, это, говорит, у меня внутри там такое, ну, типа, как мое там, личное такое, никогда. А, вон в чем дело, интимное. Как только про интимное начинает говорить, это внутреннее, все, ребята, держите ушки топориком.
И вот этого интимного в наших во всех детях, видать, куча. Они понятия не имеют, что такое благая весть. Вы понимаете? С обложки начинаем, и они ничего не понимают. А мы Ветхий Завет, книгу Судей. Заучивая места Писания, возлюбил Бог мир. Они простого не знают, они Бога-то не ведают еще, вы понимаете, в чем дело? Надо молиться, чтобы они Бога познали для начала. Уверовали. Да, ну а родители привыкли, они рядом ходят, значит, все. А мы не можем вернуть свои воспоминания и то, какие, когда мы были безбожниками. Я могу сказать, как я уверовал. Могу сказать, сколько я трудился, читал Слово Божие. Я читал на пятый раз Слово Божие, когда Господь коснулся моего сердца, я понял, что Бог есть. Я упал, покаялся, там, все. Но я же никого из них не видел, чтобы они сами читали Слово Божие, они не дошли до этого. И она спрашивает, а покаяние? Ну, там сразу братья, а покаяние, покаяться? А в чем каяться? И я подумал, действительно, а что я сейчас буду искать в ней грехи, что ли? А что такое первородный грех и так далее, рассказывающий она, ну и как бы, ну и что, как меня касается-то? Вы понимаете, в чем дело? Мы стали перед такой теорией сложной, чтобы все это объяснить. А самое главное, нам не дано доказывать это. Нам дано возвестить, а человек должен принять. Вы понимаете как? И вот я говорю с Евгением, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я его понимаю. Но когда подключается человек, который не пришел еще к познанию Бога, это очень сложно. И наши дети, они не пришли к познанию просто Бога. И дроботы, они точно такие, причем все. И самые лучшие из них, это как черная ночь. Поэтому, что там можно будет сделать, как вывести их из этого положения? А я думал, если я сейчас возьму кого-то к себе, думаю, что от меня Нестор бежит. Говорю, Нестор, пойдем, у меня поживешь там. Он на меня такими глазами, от меня убегает. Да. А я для него как монстр, понимаете? Я для него тот, который берет потеряевки в подвал, толстых там или любых, и худых тоже, и туда, и в подполье, и на хлеб и воду, и туда рупоры. Так возлюбил Бог мир, и вас я тоже люблю, что вы сидите в погребе и худеете, и слушаете Слово Божие. Я монстр, а он мне говорит, Станислав Юрьевич, ты, говорит, его не трогай, Нестора. Он говорит, тебя бояться начал уже, понимаете? Ну, бояться в плане, что я его к себе возьму и там с ним что-то сделаю дома у себя. Начитались. Да. А Еня, она спокойно у меня живет, ничего опять не делает, знаю уже все. Говорит, ссы в глаза, Божья роса. Я говорю, ты хоть что-то готовь. Я после того, как девушки у меня пожили, да, ну, как труженицы, можно сказать, по сравнению с этой, ну, просто ни с чем. Ну, как, вообще ничего не готовить себе. Я говорю, ты как? А я опять больная, опять белая ходит, как стена. Я говорю, ты кашки какой-то свари. Я кашу не ем. Там макарончики, макароны я не ем. А что ты ешь? А это пост идет еще. Понимаете? То есть, а как? Так, не пос... А чем ты питаешься? Я говорю, ты булочками поди питаешься? Ну, там у нас в буфете, там булок. А потом, какое здоровье вы хотите? И что? И вообще, как ты станешь хозяйкой? А я замуж и не собираюсь. Ты молодец, хорошо, невеста Христова. Ну где ты бабушка в нашем помогла хоть одной? Ну я же еще учусь, и у меня там время нет того, нет это, нет. Где она бывает, непонятно. Потому что она приходит в 8 часов вечера. Знаете, бывает такое, когда дом тебе ненавистен. Такое бывает. Ты домой не хочешь идти. У нее все есть, там ванна такая, вода горячая, что хочешь, своя комната отдельно, все, что еще не надо, что еще тебе надо. Девчата вот у меня жили сколько, отучились, пришли, занимаются там что, сготовили себе, все. Этой никогда не бывает, до 8 часов, вы понимаете, она уходит в 7, и до 8 нету, то есть она не хочет идти, почему она боится. Она пришла, я, так, ну ты сейчас пришла, ты сейчас будешь... ужинать или что, надо же молиться или что. Все, ее нету, она пропала, потерялась. И надо опять идти просить, чтобы помолиться там с ней, там что-то. Это просто невероятно. Не просто лень, я думал, это лень. А это какое-то противление, какая-то к этому всему нелюбовь страшная. Можно спросить, Игорь, она с вами молится или отдельно там в комнате? Я с ней молюсь. Ты молишься? Да. Я рядом стояла, смолилась, как же ее не отпускай, пока не домолится. Ну она как, ну молится, ну как она молится? Я-то по-настоящему сейчас ее, там, псалтырь она читает, это вообще кошмар. Ну,
читала. Ну, при мне сейчас она уже так не читает. Я такой взгляну на нее, она сразу начинает нормально читать. Она все буквы глотает, она пятерочница, но ей это не нужно. Я говорю, ты что ты мне какие ребус тут загадала? Помилуй меня, Боже, я не пойму, что ты читаешь. Я тоже ничего не понимала. Ну так надо же говорить об этом. Я говорю, ну-ка стоять! Раз, сначала, медленно. Она, помилуй! Стоять, это немедленно, медленно. Помилуй, говорит, помилуй. Вот нормально уже. Опять, стой! Она опять, раз, опять, на меня взглянет. И вот так вот я ее учу читать ее. А другие, если читать, ну, псалмы там еще, следующие там какие-то, там вообще вы ничего не поймете, если будет. А сейчас она нормально уже хоть начала читать. Читаем, я уже думаю, ну, это бесполезно, это что за молитва у меня будет. Я говорю, давай остановимся, вот, сейчас псалом прочитали, ты что поняла? Ничего не поняла. Зачем читаешь тогда этот псалом, если ничего не понимаешь-то? Давай вот эта строчка о чем говорит? Ну, а что, о Христе говорит, о тебе, о Давиде, о ком она говорит, или о всех людях? Задумываться начинает. Это кошмар какой-то. Это вы что делаете с собой? 19. Я считаю, что наши дети уже, они подросли, и родителям просто сейчас невозможно вложить ни в какую-то уже веру. Все они сделали, что можно. Галя, ну, ни личности не перехожу уже. Ну, просто вам не осилить. И теперь дальше работает Господь. Он требует от них, чтобы они начали трудиться сами. Он требует этого от них. А они не хотят. Они никаких вопросов, никакого энтузиазма. Тут песнопение поем. Сергей Павлович, прямо аж весь. Пришел только что Женя, поет прям с энтузиазмом. Даже Дарья, и то тут несколько раз попела, какой энтузиазм мощный. Ну, свой голос не слышит, тяжело девушке. Понятно. А здесь закончили, учатся. Все на музыкантов, на скрипке пиликают, так Паганини. Все, казалось, нормально должно быть. Почему никто не поет? Почему ничего нет? Я уже сказал, сестры, вы садитесь петь, а я буду мыть теперь за вас посуду. Я хочу услышать, как вы поете. И вы увидите, я буду еще громче вас петь, и больше энтузиазма будет. И буду мыть, и не буду даже разговаривать. А еще кто будет рядом разговаривать, я его просто запою. Мы же прославляем Христа. Ну, в какие рамки это лезет, а? Начинают мыть посуду, забывают все, Христос, что? Мы моем посуду, на меня как взглянут, я. Да помолчи, что вы, может, посуду не умеете мыть, не, это, молча, что ли? Как взглянут так, да ты кто такой, ты не понимаешь, где мы? Я понимаю, где мы. Мы можем вообще тут не есть, мы только тут едим для того, я вот могу не есть, я могу не есть, вот. И я сейчас, давайте начнем петь, и я буду радостнее всех петь. Почему? Потому что я понимаю, когда читаю Слово Божие. Я столько его читал, Слово Божие, что я понимаю, о чем Господь сказал мне. И то, что когда я делаю грех, я понимаю, Господи, я делаю грех. Я каюсь пред Тобой, Господи. Но Ты меня из такой тины вытащил и трясины. Где я был? Это кошмар. Не буду же я об этом рассказывать. Я уже рассказал, где надо. А дети наши, они еще не были там. Но они... всеми фибрами души хотят вот это лизнуть, вот эту вот гадость, эту всю нечистоту. А я не хочу, чтобы они там лизали. Я тут пытаюсь им показать всем своим видом, что блаженство еще здесь может быть на земле. Ну да, впереди смерть ждет там и так далее, трагедии какие-то и так далее. Вот у меня ноги полетели ни с того ни с сего. Это все внезапно случается. Вес пошел и так далее. Сергею Павловичу большая благодарность, что ему за живой живот не забывает. Ну, за жизнь мою вечную. По церковно-славянски. Так что, да, так что вы не стремитесь к этому миру, дорогие мои дети. Вы на таком перепуте находитесь. Вас сатана то туда подтолкнет, то туда. Вы там шарахаетесь. И вы в Бога просто уверуйте для начала. Уж о рождении свыше разговора нет. Просто уверуйте, что Господь над вами. И все ваше шатание, то, что вы не понимаете, а боитесь об этом сказать. Вот, молодец. Спасибо, Дарья, она смело сказала, я не понимаю. А теперь давайте трудитесь надо мной. Я говорю, вот ты будешь так оставаться? Это называется первая заповедь блажен. Блаженны нищие духом. Я говорю, и ты внезапно почувствуешь, что тут ты поняла, здесь поняла, но тебе будет чего-то не хватать. Спасибо. Это непонимание всегда будет. И у меня много непонимания тоже есть, Слово Божие. Игнатий Тихонович говорит, как первый раз открывает Слово Божие, понимаете? Так что это ничего страшного, это прекрасно просто. Другое дело, чтобы
другие дети последовали тебе и сказали, я не понимаю, а то не поймешь, сидишь на них, они смотрят на тебя оловянными глазами, и ты не понимаешь, то ли они тебя бестолковым считают, то ли они сами такие. Прости, Христос, брат, за неравнодушие к нам, к детям. Погибает талант артиста. В объект тебе надо было, а не в геолого-разведочный. Ну да, я хотел в свое время. Все помните Свету Занудинову? Она написала мне. Да. И всех поздравляет с Рождеством и просит всем передать поклон. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Они помнят, смотрят нас, поэтому все. Я забыла, Валя из Казахстана тоже звонила, тоже поклоны и поздравления. Это в лагере работала, кто помнит. С малышком? Да, с внуками. Сейчас они уже здоровые. Алексея Семеновича нет, не знаю. Но в прошлое воскресенье его не было. Я позвонил, он сказал, что они ходили в храм. Да, Иоанна Богослова, да, там они ближе. И потому что жена теперь стала с ним ходить. Сюда она как-то не намерена пока ходить. Не знаю, как уж там дальше сложится. Но молитесь, жену зовут Наталья. Алексей Семенович, Наталья Семеновна. Вот. Виктор Иванович, вы ошибаетесь. В прошлое воскресенье он был. Позапрошлое. Ну, позапрошлое, значит, а не было. А в прошлое он был, потому что передо мной сидел. Он с палочками. Да-да. Ну вот у него такая ситуация тоже там, в доме, в семье. Вот. Ну, о моем сыне не забывайте молиться, чтобы Господь его тоже, как вот сейчас говорил брат, всех наших детей и вместе со всеми моего сына тоже привел на путь истинный, чтобы познал Бога настолько, чтобы страх появился, страх, начало мудрости всего. Аминь. Еще у кого есть слово? Татьяна Александровна хотела. Я хотела сказать о том, вот я была в Фросе, сейчас учу шить на швейной машине. Была у них в пятницу. Фросю или Енаху? Фросю. Фросю. Да, Енаху уже считает себя. Это профессионал. Это неинтересно, то, что мы делаем. Значит, Андрей спит до половины двенадцатого. Я пришла, мы занимались, спросили уже почти час, он спит. Вы к ним приезжаете? Да, конечно. Я приезжаю к ним, потому какой труд что вы приняли на себя? У меня другая машина, понимаете как? Фросе надо учиться на той машине, на которой она будет шить. Эта машина, значит, у них обыкновенная, бытовая, электрическая. Андрей спит до половины двенадцатого. Встал, там что-то погремел, перемене. Ел, это я слышу, там стенки-то нету как таковой. Значит, поел, опять врубил телевизор и минут 20 посидел у телевизора, а потом ушел. Я у Фроси спрашиваю, он надолго ушел? Да видать, говорит, теперь до самого вечера. Им надо вырубить телевизор, который смотрит Андрей. Значит, как-то сломать его, что ли, чтобы он не... А он наматывает, он круглые сутки потом сидит около этого телевизора. Он купит другой телевизор. Да. Он деньги сразу найдет. Поверьте, Татьяна Александровна, это вообще не выход. Что вы сломаете? Он купит. Сразу у них появятся финансы. Вот Надя говорит, кредит возьмет. Он будет мотать свет, там без разницы, что вы там сделаете. Да ему это звук не нужен. Видит или понимает, что там говорят. Я говорю, звук выключите. Он сутками спросит. Я не понял, как им-то телевизор мешает? Они что, все вместе там сидят, кукла? Ну почему? Он у себя сидит, он свет мотает. Я к тому, что он свет мотает. Да свет мотает. А телевизор не так слышит. Звук-то он со звуком? Он там шипение какое-то, я не слышу, я не подхожу к тому телевизору. Но он там, телевизор? Может быть, он понимает, что ты или в карты играет там, или еще в игры играет, или в какие-то, не знаю. У них у всех у каждого телевизора. Потом еще что у них. Вот мальчишки говорите, что у мальчишки там что-то делают. Но у них до туалета, вот по колено, чуть выше колена, снег как нанесен. Вот дорожка чуть-чуть, видно, что она там была к туалету, да, дорожка, да. И выше колена снегу нанесло, это нанесло уже неделю назад выпадал снег, он до сих пор не расчищен. Каникулы. Это каникулы сейчас еще. И вокруг значит, печки, еще они врут. Вокруг печки шесть ведер стоит с золою, и та зола, что не входит в
в эти ведра. Они сыпят, и вот эти вот ведра уже засыпаны сверху золой. Там надо на тележке теперь вывозить. А ты им сказала, чтобы они выносили-то? Сказала, я говорю, ой, я говорю, я тут свои сапоги в вашу зону заморала, чтобы они хоть немножечко там как-то... Ну, вот, и где парни что делают? Девочки лежат, и парни, значит, простите, лежат. я сдаюсь, я задрожал. Что за девочек-то вступаетесь? Не вступайте, все хороши. Парни тоже, значит, обе вы хороши, короче. Андрей, у меня не знаю, как его обозвать еще, он пельмени нажрался, извините за выражение, и пошел. Больше ему ничего не надо. Никогда ничего не надо. И он постоянно пьет, он постоянно бутылка у него есть. Он постоянно пьяный. Я не знаю. И курит, конечно. Курит тайно. Зайдет там где-то, покурит, а они говорят, ну воняет же. Те говорят, запах от него, он им показывает. Вы рогатые бесы, вы что тут на отца? Ну как нам тут показывал, когда я ему спрашивал, ты пьешь, ты вот тебе перегаром, ты кто такой там? Викто, ты бес, на меня показывает, у тебя хвост. Татьяна Александровна, благодарим вас за вашу заботу, спасибо, за то, что вы делаете. Но оставлять мы их, конечно, не должны оставлять. И прежде всего молитва, и не только молитва, но и деятельная помощь. Но Фрося все-таки это стремится как-то что-то узнать. Она старается шить сама. Вот если покажу, что-то скажу, говорю, вот здесь прострочи, вот это вот, это шовчик поменьше, возьми еще как-то. Она старается. Енапа в это время даже не подойдет, не посмотрит, что мы делаем. Но она, может быть, это уже знает, ей это неинтересно. Но... Нет, ну, ничего она не знает. Совершенно. Не знаю, вот скоро будет у них зачет. Тем более, если она знает, так она могла сама бы ее учить. Конечно. Что она сделала? Какие оценки она принесет? Успевает она по графику со своими работами, со своими изделиями или нет? Там сразу все будет ясно. Вот сейчас они лежат, они все лежат. Станислав Юрьевич, они все лежат. Так, мы уже толчемся на одном месте, ничего не изменим. Давайте продолжаем продвигаться дальше. Игнатий Тихонович. Говорить-то надо, хорошо. Молиться надо. Ну что говорили, я маленько итог подбить. Я только не у меня. Ой. Ну да. Самое ленивое это и наше. Вот если картошку убирали, Фрося она за троих работает. А это так, повернется, посмотрела, никто сидит, как будто бы картошка-то и вам даем. Убирать надо. Нет. Ваня что-то не поехал. Сказал, простыл, чихнул. Она, а ты не ездишь, ты больной. И Ваню вырубила. Она не только не едет, она просто отбивает их. И дальше-то, когда стали звонить, где она учится, на кого, и там ничего, экзамена-то ни один не сдат. Теперь отложили ей на лето. Ну, я ей поговорил маленько, как дальше ты будешь жить. Ну, я почему что не сдала? Преподаватель заботится, преподаватель, который никакого отношения к обществу не имеет. Лежу ее нету. Выхожу в сене, а там у нас койка стоит. Она сидит там как кубик-рубик, а там еще такая есть продолговатая. И она сидит, цифры эти крутит в руках. Я начинаю говорить, я мать твою хорошо знаю. И не без моего содействия, что они познакомились, когда в лесу гуляли. Ты-то здесь как старше, а ты ходячая аптека. Сама не делаешь и другого отбиваешь. И на глазах, когда на моих глазах, я копаю картошку-то, а она выбирает. Она глядит, делает, нет. Она ничего не хочет делать. И она нигде не бывает, она в мире вся купается там. И она доходит. Где-то что-то для нее прописано и оборвется это. Потому что вот это недовольство мы выражаем. Ну, по делу же все говорят. Но у меня другое есть. Не прописан человек в книге жизни. И ничего не сделать. Он не прописан. Вот по этим признакам, то есть она не прописана там, ее не тянет, она не желает, она не против, стоит, моргает, и дальше это идет. Вот Игорь Владимирович рассказал, все правильно. А тут-то я с ней день и ночь, рядом-то вижу все. И чтобы она подошла, какое-то дело взяла, даже в мыслях нету. Вот говорим, там, Ваня, кто знает в общем, когда он приехал и говорил, как с ним рассчитался, что он шкурил-то. Ну да, да, он сказал, что много денег дали ему. Ну да, ну правильно. Ну... Надо было 100 рублей, а вы что-то 1000 дали ему. Да нет, 1000 там, опять с чем-то. Просто я ему выделял и сразу добавил, он такие глаза. Я ему за каждый метр, который
березовые жерди шкурил, и он один там даже был, в Колобане, и делал. Он может работать. Он умеет. И Нестор может. Я его легко брал с собой, и с ним легко работать. Он послушает, за все хватается, быстро принесет и дело делает. Но глаз нужен хороший. С Нестором можно работать. У него такая наклонность есть быть руководителем. Это тоже хорошее качество, но надо как-то поддерживать. Как? Если бы был я рядом, я бы, конечно, надоел там рядом был. Я бы не вылазил от них. Синапа очень трудно. Она замыкается, она стоит. Но нечищенная картошка, кто будет пельмени? Во-первых, вредно, ты не знаешь, что там натолкано. Это точно. Потерялись здесь, и пишет не какой-то журнал, а смена. Они на даче там двое, муж с женой, детей заманывают на них, убивают, и мясо это все фаршируют и продают, пельмени. И когда допрашивали следователя, следователь показал, так некоторых свидетелей тоже вырывало. Они узнавали, что делают. Китайцы воруют, 400 детей насчитывают, которые сворованы на органы. А куда детей делают? И съедаем, и все. Не надо удивляться. Человеческий организм, как свинья, он все съест. Но. Вот относительно их. Я со своей стороны, что мог сделал, говорил, нужно создать фонд, когда они вырастут, и может потребоваться, если будут верующие, неверующими ни копейки, нигде, мы и не обязаны этим. Я просил, чтобы было собрано не меньше, чем семизначная цифра. Я узнал, могу сказать, по милости Божией, все это уже сделано. Ничего себе. Это Бог делает так. Теперь у нас у сестры одной умер муж. Я не знаю, вроде бы трое детей, правильно, нет, как записать. Я слышал один Пантелеим, он вроде удивительное имя дали. И человек знает, ему там хорошо, может быть, за муж, это то, что он работал хирургом, платить будут. И она где-то сказала раньше еще, я своих детей не прокормлю, не воспитаю здесь, в России. А там она воспитает, она, конечно, там не воспитает, там воспитает масонское все, там масониное. Они для себя воспитают, не для Царства Небесного. Это не православная страна. И она, может быть, этого не знает, но только речь идет пока о прокорме. И она права, там хорошие дают. Если она экономная, у нее все пойдет. Но пророк Исаия, 13 глава, 14 стих, Библия вот большая лежит, возьми кто, открой. Я пока буду говорить о другом, а ты найди. Запомни, 13-14 Исаия. Перед ней. Я напоминаю, есть такая книга «Руфь». Откуда она Руфь взялась? Это не еврейское имя. И чего ради она? Оказывается, была женщина, она Ноэминь, у нее был муж и два сына. И когда голод наступил в стране, ну как у нас тут, голодомор, она ушла в другую страну. А мавитяне-то вообще Бога настоящие не знают, язычники. И что случилось, никто не знает. Муж внезапно умирает. Может быть, рак легких, мало ли что. И сыновья женились и умерли. И осталось три вдовы на одном месте. И вдруг она получает известие, вот политика. Иосиф срочную телеграмму дает. Родился хлеб жизни. Хлеб жизни на Вифлеем означает хлеб жизни в переводе. Тут еще подспудно надо понимать, что. И она пришла. И все Ноэминь, Ноэминь. Она говорит, не зовите меня Ноэминь. Ноэминь означает прекрасное. А зовите меня Марой, то есть горькое. Я ушла с полными руками, вернулась с пустыми руками. И вот эта душа, которая загнается, мужа лишилась, точно так и дети. В один день могут все исчезнуть. Это жизнь или авария. Не дай Бог. Я просто говорю историю Руфи. И она тогда возвращается домой. Ну ладно, с ней была невестка одна. Одна-то вернулась, а вторая с ней, она говорит, у меня нет, я замуж не выйду теперь, чтобы сын у меня родился, да вырос, он лет на 30 моложе ее будет. Нет этого, и мужа у меня нету. Твой Бог, мой Бог. Мы не знаем, кто это будет, прабабка Давида, царя. Это будет в родословной Иисуса Христа записано. И она когда вернулась, и вы знаете дальше, эта история какая была. У евреев было так, до конца не выбирайте, там берете, эти маленечко оставляйте пожинки на краешке, там, ну, руками достал, дальше не лезь там. Странники приедут, люди бывают, приезжают домой. И что было, что там взять? Вот мы не убрали все, у нас птицы съедают. Кто-то подошел, сорвал. И она пошла собирать у одного.
Волос звать его. А он мужик оказался на уровне. И он говорит, а это кто такая? Говорит, да это вернулась Наимель, так это ее сноха. Такая старательная. Он, видимо, она понравилась. Он говорит, вы когда жнете, то маленечко откидывайте, чтобы она подбирала там. Ну, где насыпано, маленько сыпните ей там из ведра. И она все это к вечеру обмолотила, там как принесла, и матери сказала. Мать, то есть ее свекровка-то, она сразу сообразила. Я кратко рассказываю, как идет. Она говорит, я представляю, как она показывает. Принесла она тут подол свой, там вот распустила. И пшеницу теперь нарушит. Теперь завтра есть, что есть, у них ничего нету. А кто он такой? О, это наш родственник. Это серьезный мужик. И вот еще, доченька моя, оденься как следует, помойся. Может, там подушись маленькая. Ты посмотри, где он будет спать-то. И ночью потихонечку откроем одеяло, и ты заползи туда. Погромче, да, тихо. Дальше-то она знала, что этот муж ничего не сделает. Ему надо аппарат сухо убрать. И так все и было. Он выпил после работы, он хозяин, по-другому. Она подняла полок, а там, может, и шкура, что-то тепло. Только пригрелась. Он не поступил с ними, как Лот, с родными дочерями. А с этого он проснулся и вздрогнул. Женщина. А не было ничего у меня с ней? Нет. А кто ты такая? Да я пришла. Одна, без мужа. Так, иди домой. Насыпал ей. Принесла, она пришла и матери говорит, поверь, она говорит, этот человек не остановится на этом. Он дальше будет продолжать это дело. И он на утро попросил старейшин собраться у ворот города, такой, ну, своя дума тогда была, и говорит, Наимель вернулась. И у нее земля та, за ней, которая была, по документам-то, она продает землю. И он говорит, я могу взять, но впереди меня более родственник, в четвертом колене там, по-нашему говорит, ты первый. Берешь, он говорит, беру землю. Но землю берешь, значит, ты должен жениться на Руфе, потому что такой у нас закон. Нет, я не могу. А тогда же они не работали. Кормить надо было. Это же лишний вес. Он говорит, я не беру. Ну не беру, тогда давай. А закон был такой, что он должен был разуться, сапог отдать, там, ну и там свои ритуалы исполнялись. Тогда он говорит, я ее беру. Все попросили благословения. И он когда вернулся, и все сосватал, и она стала теперь его женою, и родился там один от нее, и кто Авид, а там кто был, родился Исей, и дальше сын Исеев Давид. Видите, как в мире бывает, она вернулась, была мара горькая, а теперь она держит ребенка, внука, нянчит, ходит, и снова я теперь на имени, такая радостная, восстановление, продолжение. Видите, нам история, я к этому говорю, что у нас реально сходится, это образы для нас. Этот человек может вернуться. Так, прочитай, что там написано? 13-14. Пророк Исаия. 13-14? Да. Так мне помнится. Пророк Исаии. Его называют Ветхозаветный Евангелист. Так о мучениях Христа он говорит. Тогда каждый, как преследуемый серный, и как покинутый овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в землю, в свою землю. Все. Это впереди. Будет такой наплыв русской эмиграции отовсюду. А как? Не знаю. Ну, обычно так. Вот когда Господь говорит о своем избранном народе и говорит, я пошлю на них рыболовов, на своих евреев. Это означает червячок, там, обещание что-то. Вернитесь в Израиль. Не хотят в Израиль ехать-то евреи-то. Они прижили здесь. Тут они начальники, а туда приедет, надо работать будет. А потом пошли на них охотников. Когда они пойдут, тогда охотники. Охотники тут, облава, начинают тут, Генри Гиммлер найдется на них. И потерли тогда все израильтяне туда. Вот Бог сделает, видимо, так, мы по опыту говорим, что все народы русские, все потянутся назад. И такие люди вернутся, у нас ничего нет. Я делаю предложение, думаю, что от меня это исходит, а я думаю, я молюсь, мне Господь показал. Тот фонд, который мы думали образовать, еще раз повторяю, для неверующих ни грамма. Остальное по совету с батюшкой, с Виктором Андреевичем и со мной. Так и делал по сегодняшний день. Фонд тот достиг своей цифры, сколько надо. Это Бог так сделал. Я попросил отчет, и кому было поверено, вплоть до числа, когда, сколько, куда. Мне это очень нравится, математика такая. Прошу образовать фонд в помощь нуждающимся пришельцам, какие будут люди. Ни грамма не брать, ни под какой нужде. Где вчера я вот с нашим юристом посоветовался, как лучше сохранить, где что. Здесь он, да?
Ну ладно, ладно, еще и так понятно. Он плохому не научит. Договорились где-то. И объявить этот фонд неприкасаемый вообще. А потом по совету. Меня не будет без меня, да. Я нашему юристу на 100% доверяю. Тем более он у меня в числе наследников на эти здания с кем-то. Не тем, чтобы продать, а сохранить. Поэтому никто не имеет права эти здания продавать. Никто. Тут земля куплена, все. И сегодня стоимость какая есть. Сохранить. И так здесь. Думаю, на следующей неделе в этот фонд будет сделан вклад. Вклад делать надо серьезно. Я в прошлый раз призывал к этому, не знаю, кто это делал, нет. А одну месячную пенсию свою, зарплату, положите в этот фонд. Потом будете жалеть, потому что это только на этой земле. В вечности будут сожалевания, радости, а возможности исправить ничего нельзя. И пострадать нельзя. Сделай это. Сэкономь. Никаких пельменей. Все исключи. Конечно, на меня недовольны, кто живет рядом. Но я иго не возлагаю ни на кого. Вот они, с кем я живу, тогда был Никита, Володя, приезжают наши молочники, они покупают там молоко, сливки, и за одним столом сидим. И я хочу, но я не буду, у меня нет денег. Так они как-то, Игорь старается порвать там мешочек, вроде я не могу рваный дать, ну возьми, я то выброшу, ну тогда я возьму, но все равно догоню и в карман деньги отдам. И Бог еще более благословляет. Я прошу вас отнестись к этим словам серьезно. Речь идет о вашей пользе. Какие люди будут? Она не приедет никогда. Не имеет значения. Другой будет кто-то. Меня не будет. Я даю наказы. Один, сам, не один, а самый первый. Никогда на 100% не переходить в Московскую патриархию. Сразу все будет разрушено. Мы с ними в близких отношениях. Хорошие отношения с митрополитом. По этой теме перехожу. Первое. Пожертвуйте. Не пожалеете. Этот фонд надо создать. Я тороплюсь очень сильно, потому что 81-й год, все ждать. Я хочу успеть самое ценное сделать и оставить здесь было. Быть участником ваших дел. Теперь, в прошлом году, в этом здании, у нас был митрополит Алтайский, Барнаульский, митрополит Сергий Иванников. И провел здесь богослужение, и батюшку наградил. Я первый раз видел и слышал. Крест с украшениями, а его нет. Он с себя снял и на батюшку при всех надел. Это трогательно до слез. Какое его отношение к нам? Я думаю, у нас совещание, а не совещание, а там висит объявление. После крещения, в первое воскресенье февраля, у нас день общины назван, кажется, или день общины, или там сайта, что-то такое. И пригласить на это. В прошлом году был 3 февраля, а нынче воскресенье падает на 2. С батюшкой все договориться, потом пойти отнести пригласительную. Если он будет, он как-то скорректируется прийти. И тут я делаю необычную просьбу. С батюшкой не советую, если он не согласен со мной. Я в интернет все выставляю. Люди радуются нас, но говорят, ну посмотрите, что делается. Архиерей служит, а ни одного причастника нету. Вещь не слыхала. Я один только подошел и все. Вы недавно были. Я прошу, если архиерей здесь будет, и договоримся все, приготовьтесь, сходите на исповедь и причаститесь при нем. Для нас это торжество и праздник. Он для нас как отец родной. Хотя мы ему не подчиняемся, но мы везде нуждаемся в нем, и он приезжает. И вот это сохранить, не лезьте. Когда они здесь, они поминают патриарха, они руководят. Тут бывает их послушники, даже бритые, мы нигде не касаемся. Это все на них лежит. Это немного. Значит, если с батюшкой мы будем здесь договоримся, выходит 2 февраля. Себе где-то так пометьте, чтобы мы начали молиться об этом. Я скажу, что из тех митрополитов, епископ, которых мне пришлось знать, вот такой открытой души никого не встречал больше. Не считая нашего Евтихия. У меня когда-то случился пожар, когда я вел суд тут с коммунистами, и в одну ночь загорелись. У нас и в монастыре, там две монахини сгорели, а у меня соседка через стенкой. Это удивительно. Надежда Васильевна там ночевала, она выскочила. А дальше, что у меня библиотека огромная просто, от пола до потолка и вся стена. И что сгорели там были у меня для глухонемых, нет, для слепых. Все сгорело там в стенах. А здесь не тушили, не сильно повредили. Кто это вчера принес мне?
Вот, Валентина Павловна, я тогда где-то 13 библиотек, наверное, организовал, раздал. Сейчас вернули вот это добротолюбие. Кто хотел бы иметь это? Вот, лежит здесь, по-моему, 6 книг. Показать их надо. Там подними так. Полностью все там одобрены. Первый том, 3 книги. Да. Ну, ладно. 3. Они задымились, 3. Но ничего не сгорело, 3. Ничего нет. 3. 2 3. 2 3. Они одинаковые. Ну, то, что есть. Так, то, что есть. Кто хотел бы в своей библиотеке хранить эту как память? Из вновь, которые готовятся, кто так? Забираешь, да? Ну, я не все. Первый, Женя поднимает. Ну, вот, сам подумай, как лучше. Может быть, подумай, да, в одни руки. Они одинаковые там. Они одинаковые. Одинаковые? Да, там есть. Ну, тут разделите. Короче, разделит. Сегодня разберите отсюда. Разделит. И там есть что-то добротолюбие, еще какой-то том. И знаете, в прошлый раз говорил батюшка, внезапно приехал человек с Москвы и звать его Артем. Молча, выслушайте. В Библии говорится так, дело, которое человек делает без совета, не состоится. Вдруг появляется среди зимы, а там же слезешь, там ни здания, ничего нету, ну только навесик сделанный, как государственный сделали. И он градусом было больше 30, но у него с собой спальный мешок был. И он залез, носом морозил там то другое. И утром вышел и заметил старый след, наверное, подъезжали. 40 градусов было. И он пришел. Ну, а потом еще накормили, напоили, вот правильно. А он здесь был и начал пророчествовать, что Барнаул, все это опрокинется. Сегодня ночью именно, сегодня. Я говорю, а если нет, то ты рогами в землю воткнешься тогда? Ну, он уехал, улетел. И вдруг сейчас сообщает, его отец звонит. Он погиб. Только улетел домой и дома погиб. Нормальный был человек, но никого не слушается совершенно. Тоже бойтесь этого. Что было, где-то башлыком накрылся, шел, и электричка сзади, и где-то ударила, и сразу насмерть. Его нету. Я с ними встречался, ничего не могу не просить, ни за молитву. Просто чтобы знали, без совета худо жить. Его нету. Молодой человек. Странностей было очень много, как он говорил. Так, в воскресенье мы заходим в интернет в чат-рулетку. А потом Вячеслав, этот Семенов, там соединяет, смотрит, подвесит одновременно. Если бы мы зашли не четверо, а 4000 человек, то там можно было бы охватить. И сегодня утром я немножко хотя бы иду. Человек молодой, надето у него с собой видно микрофончик рядом, обычно плохо слышно. И такой чистый голос у него, одетый, и нормально. О! Игнатий, я не думал, что встречу. Он, оказывается, я вас подписчик, и в нашем Ютубе бывает. И мы долго с ним говорили, но я ничего не включил. Мне за мной надо смотреть. Я увлекаюсь и не вижу, что ничего не записалось. Звать его Евгений. Мы поверим. Евгений, значит, благородный, породистый. И он просится сразу же, поговорили, приехать по Теряевку. Он мне говорит, я не спасил семейное положение, но помочь кому что-то. Я говорю, по скайпу поговорим, когда увидим, проверим, я тебе там разные загадки загадаю. Если разгадаешь, то загадки простые. Я прошу, узнаю точно местность, где, и дальше даю сигнал. Сейчас же быстренько подойти к военкомату на фоне афиши и вот так руку поднимите, сфотографируйтесь. Теперь к райисполкому, где бываете, так же, и так руку повыше головы, и не вышите. Если это другой город, то никак не успеет съездить. Ему надо сейчас же сразу послать. То есть такие подобные вот экзамены можно построить. Звать Евгения. О нем можно промолиться. Все рассуждения у него правильные, вопрос за вопросом. Вопрос, как будто он меня ждал там, а в рулетке не дождешься, там сами кадры мелькают. Значит, Евгений. Мы должны сохранить то, что у нас есть. Здесь брат у меня сидит, Алексей Викторович. И шахматов приезжал Алексей Викторович. Я очень благодарен Алексею, сколько он сделал, когда по лагерю было, по этой, сколько бланков там. Печати, все это на нем лежало. Ни одного отказа ни разу никогда не было. Не очень насладилось, когда это, надо было подсказывать. Ну, не сразу мы согласовались. А теперь есть. Я сегодня показал ему телефон. Вот представь, я утром встаю, 51 звонок был за ночь.
непрерывно, то есть меня просто трамбует где-то. Я записываю когда с 9 с телефонов разных, а человек голос один. Я слышу, он говорит, там, старый жид, там ты, там проклятый и прочее. А тут я не отвечаю, решил не брать. Батюшка говорит, а ты не бери. Я услышал, не стал брать. И вот это я открываю, вижу в выборках, а сейчас мне не видно, темное. Мне говорят, пережгло. Может ли быть такое, что пережженное? Как это? И второе, я каждый день записываю, что если каждый день. Я не беру телефон в руки, а каждый день у меня меньше и меньше. Помногу, помалу, за год почти 1500 сняли. Хотя я с ними уже судился, это Билайн. Они не стали разговаривать. Я говорю, я пойду сейчас в прокуратуру. Ну, зашел там по правам человека, это, полицию. Если не поможете, я обращусь к КГБ. Они, что интересно, я никогда не встречал такой реакции. То ли из прокуратуры быстро запрос сделали. Мы пока в городе ездили, я возвращаюсь. Мне так вечером, или что? Все деньги вернули, 50 рублей сверху наложили. Произошла у нас ошибка. Так что, другая одна какая-то, сняла с меня 750 рублей, будто бы они оказали услуги. А не было, не хотели разговаривать. Я обратился в органы, ну, меня там знают и сразу. Они сразу же выплатили, а шарашку эту закрыли. Я Себастьяна спросил, это для них ущерб, он говорит, большой. Их не зарегистрируют больше. Так говорят, власти нет. Неправда, власть есть. И значит, надо быть невиновным ничем перед властью-то, и поэтому обращаться. Я с какими вопросами не обращался, в КГБ ни разу не было, чтобы мне ответили. Ни разу. Обращался в органы прокуратуры, все отвечают. 56 раз, допустим, обращался в эту епархию, ни разу не ответили. Я стал сомневаться, а существует этот орган? Ни разу, никак. Здесь на все. Вот сейчас такой ответ, может быть, придет. С 4 органов президент написал. В Думу, прокурору генеральному и Министерству юстиции заступиться за свидетелей Иеговы, что с ними поступили неправильно. Я впереди написал, я миссионер, проповедник, я за них не могу заступать, свидетельки. Громче! Громче! Наоборот, будем мне говорить, надо потише. Значит, если можно, вспомните, помолиться, чтобы тот человек, который вот... Ну, гонит горячку. Бог коснулся его сердца, обратил. Обратил. Мне нужна помощь именно молительная. Мы молимся. И многие знают. И мы видим результаты эти. Говорят, там ничего нету. У меня опыт сильно повысился в разговоре с мусульманами. Все новые и новые доводы. Притом не трогай их, а задавай вопросы. Я просто рассуждаю, какой был, все время подвергаю себя анализу семикратной молитвы в день, и Господь все новые стороны открывает. Самый простой, еще раз повторю. Я говорю, вы признаете вот эту книгу? Написана ваша книга. Да, теперь слушайте. У нас Соломон премудрость, а у вас Сулейман. Это один и тот же герой? Да, один. Все уверены? Да. У нас Авраам, у вас Ибрагим. Это один и тот же один. Теперь, у нас у Соломона 3 книги, у вас одного предложения нет. Почему? Никогда вопросы эти не задавали. Не Данился Соев никто. Как нет? Нету ни одного предложения. А почему? А потому что ваш руководитель, который вам эту религию дал, он был очень любознательный, интересный, воинственный. Не то, что там ты нехороший. Но книг не было. Была только одна книга, Библия. А ее не было. Он на слух что дал, то и записал. Он, Дауд, говорит Давид. Почему ни одного псалма не записали у вас в эту книгу? Ни одного стиха нету, потому что в руках у него не было, он обязательно записал. Сегодня мусульмане по псалтыри молятся. Евангелие считает Инжил. Это я уже мусульманам говорю, отношения устанавливаются хорошие. Некоторые даже меня ищут. Попросить Бога, чтобы Бог начал пробуждение. Пока только работаем. Встреча у меня с ними произошло, думаю, не менее 2000 уже. Никакого подхода нет, я просто беседую, он принимает. Да я другой религии, а я даже раз ему его книгу. С обратной стороны. На 2500 один половина прочитал, а на той стороне написано Коран на русском языке. Ну, арабскими буквами. Ни один не может читать. Совершенно не знает. А они начинают, так Аллах Акбар, а я сразу, Иисус Акбар. Значит, Иисус Великий, имя Аллах Великий. Я Иисус. А два раза они держу засмеялись. Господи, мы Иса признаем.
Это не наш Иисус. Наш Иисус умер, воскрес, и заново грядет и будет судить мир. У вас всего лишь пророк. Нас нужно поддержать, если кто может, с нами вместе через Вячеслава зайти. Мы одновременно, когда идем, то даже бывали наши друг на друга натолкнулись, собеседники. Кто-то, не знаю, Володя, кто? Я с Вячеславом. Вот так. То есть Господь удивительное делает. И однажды один понравился, связь прервалась, а там его не встретишь. 115 тысяч, а мелькает, и ты не знаешь. Стоит. Раз, через три кадра он опять попадается. То же самое. Прошло немного, ну, не может, 10 кадриков, и опять тоже человек. Он глаза так, как так? Не договорили. Это я хотел просто поблагодарить всех, кто участвовал в первом фонде, кто молился о том, что есть, поблагодарить. Господь да воздаст вам. И поучаствовать в том, что мы думаем на этой неделе. Меня поддержали. Если был фонд для тех, которые возвратятся, ничего не имея здесь. А нас не будет. И чтобы мы, как с того света, протянули руку им. А вы-то уж сами тут увеличите фонд этот. Против никто. Да благословит Господь. Слава Христос. Галина Александровна, слово. Я немножко подытожу, что сказала. Тихонович. Игнат Тихонович, слышите меня хорошо? Нет, немного я скажу на ту тему, что сказал Игнатий Тихонович, что якобы наша сестра говорила вон те слова. Я много лет с ней общаюсь. Этих слов она никогда не произносила, но люди, которые перевернули эти слова или домыслили, еще что-то добавили, ну это на вашей совести. Ну, какие слова, Сереж, посмотришь потом в записи. Игнат Тихонович говорил. Да тебе ни к чему, Сереж. Второе. Наша сестра, которая Игнат Тихонович побудила, так сказать, да, этот фонд создать, она просила, на меня ничего не собирайте, я не нуждаюсь. И ничего не приму. И ничего не примет. Ничего не примет. Так что это все зря. Как Игнат Тихонович говорит, возможно, приедет. Возможно. У Бога все вымерено на нас, свои планы, как это будет, что это будет, мы не знаем. Но на нее она просила ничего не собирать. Я вам обязана это передать, потому что вы этого не слышали, да, мы слышим только давайте будем собирать. Но я вам передаю слова сестры. Мы разговаривали с ней на днях. Так, комментарий на это. Это наша школа. Что ты будешь делать? Наши люди уезжают, это действительно платье проще, что не надо, то есть блажение давать, нежели брать. И поэтому, может, от другого ответа и не ждали. Но если случится здесь, мы должны вперед маленько предвидеть. Я не случайно сказал о книге «Руфь». Она не думала, что придет домой, и ничего у нее нету. Дом разрушенный, поле заросшее. Ну ладно, ей попался вовоз. Так вот мы тоже должны этот воз на себе вести. Да благословит Господь. Чтобы любовь наша была из того мира, когда мы уйдем. Еще, Игнатий Тихонович, этот фонд определите кому-то другому. Мне достаточно контроля над фондом детей Дроба. Так, вопрос понятен вообще. Совет. Кто возьмет на себя? На следующий, давайте на следующий. И тут осталось всего 18 человек. Было 40. Да. Давайте на следующий, в начале это будет. В Арабских Эмиратах существует фонд будущих поколений. Может быть, у нас будет фонд будущей, да, помощи? Фонд, ну, помощь, пусть, да, будет. Понятно. Фонд для будущего. Доброе понятно. Слово услышали. Вот так. Да. Нужно кто-то, чтобы он где-то как это... Подумайте, вот, кто подумаем. Может взять на так, себя счет это... Так, надо, кому, что кому, или как? Как хотите, карты, счета. Открыть фонд карта должен привязана быть к счету. На доллары и на рубли. Потому что может поступления какие-то быть. Сергей Павлович. Звонила Елена Кинякина, мне поздравляла с Рождеством всех вас, давала поклон. Помню, ходит. Она не ходит, почему ее нету здесь? Еще не поняла и ушла. Но она ходит там в храм. Ну, мы сейчас выяснять это будем или помолимся Господу? Дева Днесь. Дева Днесь пресущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангелы с пастырьми славословят, возвелися звездою путешествуют. Нас, Боже, родися, отрочи благопривечный Бог. Господи! Защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне останови делающих зло.
Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы всех начальствующих, также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой да оставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алла, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милостивый Господи, Спаситель наш, прими нашу молитву воздеяние рук, как жертву вечернюю и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Дивный наш Создатель, мы умоляем Тебя, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты, Господь, Всевышний Создатель, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови за нас, Сына Твоего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. 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 Я хотел пояснить, вот будущих поколений как делают. В Америке закупают, речь идет не о сотнях, а уже о миллионах тонн нефти, закачивают подземные резервуары, естественно, для будущих поколений. У нас до конца досуха высасывает и не знаем, что дальше будем делать. Так что надо подражать доброму.